Юрий Иванович Пахмутов сочинской молодежи и детскому баскетболу отдал более 50 лет. Для участия в турнире его памяти собрались спортсмены со всего Краснодарского края, а также Ростова-на-Дону. Всего 8 команд. Подобные соревнования – первые для города Сочи. И цель их – популяризация баскетбола и в целом здорового образа жизни. Основными соперниками сборной города Сочи являются команды Краснодара, Кропоткина и Ростова-на-Дону. Здесь собраны лучшие баскетболисты всего Краснодарского края среди 2001-2002 года рождения. Сильнейших назовут в пятницу. 28 марта состоится закрытие турнира. Кубками, медалями и грамотами наградят 3 лучшие команды. Отметят и лучших игроков турнира.